Всем привет. Привет всем. С вами Дмитрий Кухненков. Да, и Антон Коваль. Мы только что провели первую презентацию здесь в ресторане в Москве. И хотим с вами поделиться впечатлениями. Да, вот, кстати, прикольное здесь кафе у моего двоюродного брата на Октябрьской, такой небольшой на пиар. И респект, то, что он нам согласился любезно предоставить помещение. Вот. Ну, что можем сказать? Презентация прошла успешно. Вот, было, в принципе, ну, немного народу, но достаточно все эффективно. Вот, так что следующее, кстати, воскресенье тоже планируем здесь быть. Вот, приглашаем всех как бы ребят, кто заинтересовался вообще возможностью бизнеса, хочет построить огромные структуры или построить свои структуры в своих компаниях, да, увеличить свои доходы. Вот. Ну и, соответственно, может быть, кто-то хочет зарабатывать деньги в нашей команде вместе с нашими успешными уже партнерами. Вот, кстати, хочу представить, да, Антона Коваля. Месяц с небольшим в бизнесе, да, кстати, напомню, компания Top Fusion, да, чуть не забыл самое главное сказать. Вот, месяц в бизнесе, Антон, сколько у тебя команды сейчас? Команда сейчас 35 человек. Уже 35, то есть буквально неделю назад было 28. Да? Они прибавляются с каждым разом, и Испания, и Италия. Кстати, вот скажи, как ты вот сейчас работаешь с командой, да, именно вот? Что-то поменялось, вот мы неделю назад с тобой в скайпе записывали интервью, вот сейчас вот решили воочию встретиться, вот что поменялось, как бы, как да, ты сейчас работаешь? Я сейчас работаю конкретно с каждым из своей команды. Во-первых, я каждому говорю, чтобы они сделали 100 контактов в скайпе, а то ребята ко мне некоторые обращаются, а почему у меня нету денег, почему я не могу зарабатывать, да? Вот, я сразу смотрю, сколько у них контактов. Вот у девочки было 23 контакта. Я говорю, ну что ты хочешь с 23 контактами и заработать? Сделай за день, за два, добавь 100 контактов, ну хотя бы. То есть я уточню, да, то есть для того, чтобы преуспеть в нашем бизнесе, нужно, ну то есть это бизнес-статистики. Чем больше ты проводишь собеседований, чем больше ты людей приводишь к своему вышестоящему спонсору, да, если ты просто людовод, если ты сам новичок в бизнесе, то есть по нашей системе, да, ты 2-3 месяца вообще не должен ничего говорить сам, да. не должен рассказывать ни слова о бизнесе, ни родственникам, ни друзьям, вообще никому. То есть ты просто людовод. Соответственно, ты приводишь людей, вот, для того, чтобы подключить, вот какая у тебя статистика, кстати, вот ты подключил 30 партнеров, свою команду, да, сколько ты добавлял каждый день людей и сколько ты проводил собеседований, кстати. Моя статистика очень простая. 100 контактов я вначале добавлял, ну, в первую неделю. Естественно, потом... из этих 100 контактов в скайпе не все добавлялись, правильно? Не все добавлялись. Процентов 30-40. Да. И каждый день я провожу 20 трехсторонних разговоров. Вот при такой статистике... Ну, то есть плюс-минус. Да, плюс-минус, да, плюс-минус. При такой статистике у вас будет стабильный увеличивающийся доход. Угу. Понял. Ну, в принципе, теперь ты, я думаю, хотел тоже мне пару вопросов задать. Да. Скажи, пожалуйста, сколько у тебя сейчас человек в команде и тоже как ты с каждым конкретно работаешь? Ну, смотри, как бы у меня статистика тоже, в принципе, в общем-то, она отработанная, да, то есть статистика компании, то есть президента Боба Рейна, да, сколько человек ты пригласил на презентацию, сколько человек у тебя стало в итоге партнеров, сколько человек остаются в бизнесе, сколько человек уходит, кто активный. Вот, я начал активно сотрудничать с компанией в декабре 2011 года, то есть, да, ну, мне просто уже деваться было некуда, у нас была своя фирма, как бы. Мы занимались сваркой, вот, летом была работа, да, соответственно, потом все, не сезон, вот, работы нету, вот, деньги, естественно, нужны. Вот, я подрабатывал в такси, то есть мне звонили, да, я ездил по заказам. Вот, в итоге что у меня получилось? Меня лишили прав на 4 месяца. Вот. Кстати, хочу сказать, что Бог делает все к лучшему. Вот, я когда созванивался со своим спонсором, с Артуром, я ему об этом сказал, он говорит, ну что, я тебя, говорит, поздравляю. Теперь ты полностью будешь с нами строить бизнес, да, как бы давать мне людей, с которыми, ну, то есть я тоже был людоводом. Вот. Соответственно, мы начали работать по системе, то есть не как раньше, там 2-3 часа в день, а 18 часов в интернете. То есть на первоначальном этапе нужно здесь, конечно, повкалывать. Вот. Ну, после этого я пригласил несколько человек, то есть тоже
кто-то работал, кто-то нет. Вот, в итоге у меня получилось так, что я пригласил Лену Иноземцу. Кстати, респект, привет передаю. Вот, очень грамотный лидер, тоже, в общем-то, без опыта работы, тоже сначала не все получалось, но она все равно действовала по системе, била в одну цель, била в одну точку и все-таки добилась своего. Ну, то есть она, в принципе, по натуре лидер. Вот. И чем больше у вас таких лидеров в команде, тем быстрее у вас начинает как бы расти команда, и лидеры, они привлекают лидеров. То есть вам нужно тоже становиться лидерами, да, в первую очередь. Чтобы стать лидером, нужно каждый день, ну, хотя бы читать какую-то литературу, да, по MLM. Вот, какие-то, ну, я на самом деле после того, как начал заниматься этим бизнесом, я просто проглатываю все книги. То есть я за один день там могу прочитать Роберта Киосаки, да, там, «Квадрант денежного потока», да, ну, любую книгу, да, то есть я их проглатываю просто. Постоянно в машине у меня аудио какие-то, я слушаю вещи, да, тоже аудиокниги, мотивационные какие-то презентации, ну, постоянно. То есть нужно самому становиться лидером, тогда люди будут видеть вас, вот этого человека, за которым они будут тянуться как магнит. Вот. Ну и таким образом, вот, в принципе, я вообще пригласил в бизнес всего где-то человек 20. Вот. Сейчас команда на данный момент у меня, вот, сейчас уже май, да, то есть 5-6 месяц, получается, да, в теме. Вот. Команда у меня 930 человек, вот сегодня я заходил в бэк-офис, 930 человек, ну, соответственно, заработал я уже больше 10 тысяч долларов. И сейчас у меня резидуальный доход уже за май был около 3000 долларов, ну, уже чуть больше. Дим, какие три совета ты можешь дать партнерам, которые работают вместе с нами? Вот твои три совета. Как бы, практически три главных совета, которые ты используешь каждый день в своем бизнесе, применяешь. Ну, нужно верить в себя в первую очередь, да, то есть если у вас какие-то есть сомнения, вот нужно в себе это гасить. То есть постоянно, да, в нашей голове возникают такие мысли, блин, а вот у меня команда развалится, а там, вот у меня там не получается людей найти, да, может быть, мне стоит оставить этот бизнес, да. Потом много еще со стороны, да, таких, в кавычках, доброжелателей, которые всегда говорят, да, брось ты эту фигню заниматься, у тебя ничего не получится. Вот. Нужно это все отбросить. Вот, то есть я тоже 3 года, как бы, я могу сказать, что у меня где-то что-то получалось, но такого успеха, как сейчас, у меня не было. То есть я фактически шел к этому успеху 3 года. Вот. То есть о чем это говорит? О том, что нужно быть упертым человеком, упереться рогом, да, то есть я вот по натуре спортсмена занимался футболом, боксом, да, то есть нужно себе воспитывать такой спортивный характер. Потому что спортсмены, они почему-то добиваются успеха, они как ставят себе цель и добиваются, то есть, чтобы им это не встало, да, то есть я по жизни такой человек, я если себе поставил цель, пока я ее не добьюсь, я не уйду как бы с этой тропы, да, так скажем. Вот второй момент, нужно действовать по системе, то есть есть отлаженная уже система президента компании, да, но мы ее немного заработали, доработали, да, то есть есть Diamond Rush, это американская система, а мы назвали ее Diamond Nash. То есть, когда мы не приглашаем сразу на конференцию людей, мы сначала их приглашаем на трехсторонний звонок, то есть даем интригу, потом трехсторонний звонок, а потом уже приглашаем их на презентацию. Вот. Нужно действовать по системе. Это второй как бы такой момент. И третий момент, да, третий такой ключевой совет, нужно постоянно обучаться. Нужно хотя бы в день там читать по часу, да, книгу. Можно на ночь, можно с утра, да, чтобы постоянно себя держать вот в этом мотивационном каком-то тонусе. Вот. Постоянно нужно общаться. То есть формула простая на самом деле. Хотя бы две презентации в день, 5 дней в неделю. То есть это фактически 10 презентаций в неделю, все. Через 3 года вы миллионер. Пусть даже, может быть, не долларовый, но рублевый это точно. В нашей компании можно и миллионером долларом стать, потому что это уже на практике доказано. То есть, если взять моего спонсора, да, Артура Качанова, Вячеслава Ушенина, который в Казани открыл офис, Александр Перевезенцев, 7 месяцев в команде уже покупает дом на чисто деньги, заработанные в Top Fusion. Ну, я считаю, это круто, это классно.
Вячеслав Ишенин, 30 тысяч долларов. То есть можно зайти, пробить нашу компанию, кстати, зайти на бизнес Форком и посмотреть доходы всех дистрибьюторов и российских, и украинских, и также наших американских, да, спонсоров, которые, я уже вообще не говорю, там зарабатывают очень хорошо. 250 тысяч долларов, ну это вообще. Но это не принято, как бы, нежелательно говорить, но так мы уже раскрываем небольшие секреты. Вот, поэтому нужно верить в себя, то есть действовать по системе и постоянно обучаться, становиться тем лидером, за которым пойдут люди. То есть нужно постоянно самому обучаться, и тогда вы будете притягивать огромное количество людей. Тогда вас будут дуплицировать, то есть вы будете примером для своей команды, для своей компании и так далее. Да? Ну, да. Так, друзья, верьте в себя. Действуйте по системе и постоянно обучайтесь. И тогда вы будете такие же успешные, как Дмитрий Кухенков. Да, и Антон Ковар, кстати, тоже. Всем пока. Все, ребята, всем пока. Всем удачи.